Создать коллективный иммунитет – задача номер один в регионе. В борьбе с вирусом медицинские работники подтверждают эффективность вакцинации. По словам врачей, прививка – самый действенный способ оградить человека от тяжелого течения болезни, осложнений и неприятных последствий. В Самаре открылся еще один круглосуточный центр, четвертый, где можно сделать прививку. Он работает уже неделю в 14-й поликлинике. Если взять дневное рабочее время и ночное, порядка 500 человек мы готовы обслужить по первой вакцинации, столько же по второй. Любая инфекция вирусная, особенно новая коронавирусная, она является очень контагиозной. То есть человек очень к ней восприимчив. Активных противовирусных препаратов, которые гарантировали 100% эффективность при лечении, еще не созданы. Поэтому единственным средством защиты является профилактика. Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям. Заболеваемость в области стабилизировалась на высоких цифрах. Надежда Чеснокова поспешила обезопасить себя и своих близких и решила пройти вакцинацию. Очень страшная статистика, очень страшная смертность. Поэтому и решила привиться. Я первая решила привиться, после меня будут прививаться мои родители. У меня много знакомых, которые привились уже, перенесли они прививку нормально, поэтому я пошла. Прививочные кабинеты работают во всех поликлиниках, мобильные пункты доступны возле крупных торговых центров, а круглосуточные кабинеты открыты на Мичурина 125, Советской армии 56, Медицинской 4 и теперь еще на Новосадовой 311. На сегодняшний день прививку сделали свыше 1 000 000 самарцев. Независимо от того, прошли вы вакцинацию или только планируете, необходимо соблюдать еще и элементарные противоэпидемические мероприятия. Носить маски и помнить о социальной дистанции в общественных местах. Мария Левина, «События».